Обзор на плоскогубцы особой мощности Knipex специально для 7745.by. Плоскогубцы Knipex сделаны в Германии. Ручки двухкомпонентные. Красный – это пластик. Синий – это обрезиненная часть. Лежат в руке хорошо, не скользят. Длину имеют 180 мм. Кромки режущие закалены до 63 единиц по шкале Роквелла. Ну, давайте проверим. Вот кромки в идеальном состоянии. Сейчас попробуем покусать гвоздик. Без особого усилия делается. Это все очень легко. Давайте попробуем два сразу укусить. В принципе, достаточно легко. Возьмем кабель двужильный. Легко, непринужденно. Максимальный площадь кабеля 16 миллиметров квадратных заявляет производитель. У меня такого кабеля нету. Будет стресс-тест для него. Это 25, кабель 25 квадратов. Будем кусать. Лезет он сюда, как предполагалось, в принципе, достаточно плотненько, потому что как бы губки так не разжимаются. Справились. Справились, не дорезала только изоляция, кабель сам, жила перекушена. Попробуем еще раз. Ну, как и в первый раз, кабель перекушен, немножко недокушена изоляция, в принципе, они для этого и не предназначены. Кромки, опять-таки, в идеальном состоянии, как и первоначально. Сейчас проверим их острие после испытания вот на шнурке. Пробуем, покусаем. Справляются очень легко. Немножечко не докусил. Что хочется сказать по качеству обработки. Сами выполнены очень хорошо. Металлические детали без заусенцев, обработаны. Ничего нигде не цепляется. Ничего нигде не шатается, не болтается, не бренчит. Вот. Подгонка губок очень хорошая. Одним из недостатков я бы назвал это их стоимость. Стоят они дорого. Но они стоят каждого рубля отдано за них. Недостатков для себя я в них не нашел. Надеюсь, не подведет меня никогда этот инструмент. И вам того же желаю. Спасибо большое за то, что смотрели.